еще одна скрытая причина явления Господа. Он хочет привлечь нас в свою обитель, в наш истинный дом. Дом, где царят вечность, знание и блаженство, где всем правит любовь, где нет и тени, боли, разочарования и страха. Соприкоснувшись с Ним, мы сможем навсегда забыть о страданиях, скорби и погрузиться в атмосферу вечного праздника. Маленькую частичку этого праздника мы хотим подарить сегодня вам. Этим вечером в праздничной программе вас ожидают традиционные индийские танцы, древние ведические песни, театральная постановка «Бесценный дар», выступление группы Нараяна и диджея Витиража. А в конце программы в вестибюле всех нас ожидает та самая сладкая гора, которой посвящается сегодняшний праздник. Здесь, в вестибюле дворца, вы также сможете приобрести традиционную индийскую атрибутику, специи, книги о нашей философии и многое другое. Открывает наш праздничный концерт древние индийские гимны, которые тысячелетиями воспеваются в величественных храмах. Эти гимны на санскрите называются баджанами. В них прославляет Господа, Его окружение, величие. Итак, мы приглашаем на эту сцену группу Санкиртан. Thank you.
Thank you.
Сейчас я хотел бы несколько слов сказать о том, почему мы называем этот праздник праздником Сладкой Горы. 5000 лет назад, когда Господь вместе со своими спутниками пришел на эту землю, Он проявил свои необычайные деяния. Одним из них было то, что Он поднял огромный холм Говардхан, чтобы защитить жителей той деревни, в которой Он жил, от сильнейшего дождя. Этот ливень в гневе послал на них небесный царь Индра. Он был в гневе от того, что жители деревушки Вриндаван не захотели проводить ему традиционное поклонение. Он решил утопить их в потоках воды. Но, к счастью, все вриндаванцы были великими преданными Господа. Они обратились к Богу с молитвами, и Он защитил их. Как зонтик Он поднял Говардхан, и под него встали все жители Вриндавана. Все были спасены. В великой радости они стали готовить самую вкусную еду и предлагать ее этому холму, выражая таким образом благодарность. С тех пор преданные Господа в этот праздник обязательно готовят вкусную сладкую гору, состоящую из различных сладостей, и потом раздают кусочки всем участникам праздника. Верховный Господь – источник всех искусств. Он лучший танцор, певец, музыкант и художник. Его тонкий вкус можно увидеть во всем. В золотом сияющем закате, молодом зеленом листочке, трепещущем на ветру, красивом нежном цветке, раскрывающем лепестки в лучах утреннего солнца, искусно раскрашенных и мелодично поющих птицах. Творчество Господа бесконечно прекрасно. Он говорит в Бхагавад-гите: «Я талант в человеке». И поэтому наилучшее применение наших талантов – это прославлять их источник, Верховного Господа. Мы это делаем, произнося каждый день молитву «Хари Кришна». Вы ее уже сегодня не раз видели, поэтому, я думаю, вам не трудно будет повторить ее вместе со мной. Итак, «Хари Кришна». «Хари Кришна». «Хари Кришна». «Хари Кришна». «Кришна, Кришна». «Хари, Хари». «Хари, Хари». «Хари Рама». «Хари Рама». «Хари Рама». «Рама, Рама». «Хари, Хари». И пока наши музыканты готовятся, я хотела бы сделать еще несколько объявлений о том, что в холле вестибюля нашего дворца вы можете купить специи, также можете приобрести различную атрибутику и книги о нашей философии, а также многое другое. И несколько слов еще о нашем празднике и слова благодарности тем людям, которые сегодня помогли сделать нам его. Итак, мы очень признательны за финансовую поддержку братьям Масловым, Леониду и Сергею, частному предпринимателю, директору фирмы «Матрикс» Олегу Красникову, также Виктору Павленко и Константину Чумаку. Без их помощи сегодняшний праздник навряд ли бы состоялся. Дело в том, что на этот праздник пришли не только вы, но и многие известные личности, которым я предоставляю слово. Группа «Нараяна». Я хочу несколько слов сказать о том, что мы собираемся сейчас вам спеть. Это древние традиционные баджаны или духовные песнопения, которые поставляют Верховную Личность Бога Кришну и также поставляют его преданных. Вы услышите древние баджаны в современном исполнении. Также вы услышите баджаны на русском языке, которые прославляют также Господа, его взаимоотношения с Ним и проникнутой преданностью и любовью. Итак, первый баджан, который мы хотим вам предоставить, называется «Дживджага». «Дживджага» означает «проснись, душа». Господь Чайтанья, воплотившись 500 лет назад, Он играл роль чистого преданного и показал пример всем, как можно научиться служить Богу. И также Он дал очень простой и легкий метод для каждого. Для каждого это санкиртана-яги. Санкиртана означает совместное воспевание имен. Это жертвоприношение век Кали, век раздора. И очень простые незатейливые мелодии, они наполнены блаженством, знанием, красотой, мелодичностью. И каждый может попробовать петь такие мелодии и так избавиться от страданий, которые сопутствуют нам в этой материальной жизни. Мы предлагаем вашему вниманию один из баджанов, который называется «Дживджага», «Проснись, душа». Не готовы еще.
качества, такие как Нрисимха, Вамана. Джайратха Маркова. Шиша, это одно из имен Бога, который хранит его как защитника. Oh.
танец в исполнении Кишорини Девидаси и Йога Рукмини Девидаси. Танец описывает основных полубогов – Брахму, Вишну и Шиву. Брахма – это творец Вселенной, Вишну ее поддерживает, а Шива разрушает. Стиль танца называется Бхаранатьям. Это классический стиль храмового поклонения божеству. Итак, встречайте наших танцовщиц. Поаплодируйте.
дорогие, понимаешь, россияне, а что вы не в России? А где? А, на Украине. Вот ты смотри, только понимаешь, заснул, бац, уже Украина. А что? Люблю, ценю, понимаешь, как говорится. Вот, а что, что понимаешь, продвижение ведической культуры идет. Вот, одобряю. Вот, этот праздник, как говорится, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Потому что в ближайшее время других поводов для веселья не будет. Кстати, посмотрел на этих танцовщиц, понравилось. Даже выучил некоторые движения. Буду танцевать. Раз, два и все. Больше не могу. Сейчас буду поднимать свой рейтинг и себя вместе с ним. Понял. А то не всегда получается. Ладно, я устал, я ухожу. Сегодня добрый. Как президент Белоруссии хочу сказать, даже положа руку на сердце. Прослышав про это мероприятие «Сладкой горы», я привез вам самое вкусное, что есть у Белоруссии. Нашу барабулю. Только пока ее вез, пришлось ее съесть. Целых два вагона. А так все хорошо, братья славяне. У меня же как? Каждый день то уборка, то посевная, то Новый год, а то зарплату не платят. А, это ж мой виброзвонок. Не, не то. О! Алло. Да. Да. Хорошая. Хорошая. Угу. Плохая. Хорошая. Ну ти смотри, прямо без паски не можуть і картошку перебрати. Ладно, я пішов за картошкою. Ну що це значить? Це значить, що... Спасибо, що пригласили. Так сказати, що значить, як Віктор Степанович, хочу сказати, що спасибо, що спасибо, что пригласили, значит, как говорится, в целом. Только я ничего не могу понять, как говорится. То есть я ничего не понял, это вам же никак же катиться на хотелки какие-то там, туда-сюда. То есть, это, значит, что заместо меня, значит, Владимир Вольфович говорит. Добрый вечер! Это значит, добрый. Да, это хорошо, что меня пригласили, потому что мне надо ведь воочию. А то мне все время показывают каким-то ненормальным. Я не такой. Я не порочный, как Саддам Хусейн. Кстати, там раздают халаву на халяву. Так вот, всякий после этого, кто придет, не будет есть халяву на халаву или наоборот. Так вот, после этого идем мыть ноги в Индийском океане. Я все сказал. Все сказал однозначно. Вчера мы с моим другом Витей обменялись рукопожатием, мобильными телефонами и, наконец, странами. Поэтому дозвольте с вами расхохляты родную мову. Ахтун, извините. Мне очень понравился праздник Гаваркана Пуджа, праздник Сладкой горы. А всем тем, кому не нравится, мы будем ловить и мочить в Днепре. Я был краток. Всего хорошего. А теперь к делу.
Ведические театральные постановки – это еще один вид искусства, связывающий человека с Богом. Их содержанием является реальные исторические события, описанные в древних священных писаниях. Это увлекательные истории о деяниях Верховного Господа и святых. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию трагикомическую постановку «Бесценное сокровище». Исторические события, которые вы увидите на сцене, происходили в 17 веке. Главный герой – царь Бирхамбир, который в ранние годы своего правления доставлял много беспокойств людям, грабя караваны, проходившие через его царство. Но прекрасное превращение царя в великого преданного Бога произошло после того, как он случайно столкнулся с духовными манускриптами. Итак, театральная постановка «Бесценное сокровище». Улыбнись. Нормально улыбнись. Скажи что-нибудь. Не хочу. Ну посмотри сюда, это для истории. Давай. Мы снимаем подушку для истории. Это лотосный стоп. Ну, сейчас снимем лотосные стопы. Все на экране нормально, посмотри. А быстро не будет. Арджунчик, хорошая птичка. Давай, разговаривай. Тихо, не порти тут. А? Вчера. Что она дает свободу или правдивость. Фу ты, свободу или ограничение. А, это сегодня должна быть правдивость последняя на Галилее. Ну ничего, забежим вперед. Расскажете про Варнашлому, а тогда я на следующий раз о правдивости. Люди. Да увидеть. Скажи, что я столько Кришну заснял. Да не раз мне на камеру снимают. А, ну вы там что-то вспоминали, да? Люди, ну слушайте, ну дедушка же ж. Потом тетечка такая интеллигентная, тоже очень такая разумная. Классная. Вот. Ну как? Нормально. Ага. Thank you.
все, выключай. Сюда смотри. Дядь. А? Что ты забыла? Мы тут со шьямчиком снимаемся. Давай уберем, меня очень раздражает это. Зачем ты? Мы для истории снимаем, а ты это... Снимаем. Смотри туда. Помаши рукой. Чё? Понял, что снимают или что? И что, он сейчас зарисовывается? Не, наоборот, успокоился. Зачем?